Пора вставать. Птички поют. Небо такое голубое-голубое. Река шумит рядом. Запах такой потрясающий. Как ты спала? А я спала офигительно. Доброе утро на ранчо. Кофейком. Представляете, здесь рядом река. Двух практически метров. Мы остановились не в самом городе. Мы все утренние, сори. Ранчо это как бы получается пригород. 5 минут от самого центра. Поэтому проснулись мы сегодня с первыми лучами. Все было супер замечательно. Грубо говоря, мы даже не поняли большой разницы по звукам, да, то, что большой город или наш маленький Мануэль Антонио, потому что вдали находится настроение, отличный заряд энергии, прям такой вот боевой. Что на завтрак? На стройке, на ранчо. Каша с фруктами. Ранчо находится не в самом городе. Но в то же время здесь 5 тихо. Минут от города. Да, здесь тихо, нет загазованности, нет автотрассы какой-то. Так вот мы ехали с тобой, да? И домики прямо сбоку дорог стоят. Тык-тык-тык везде понатыкано. Здесь не так, здесь там тихенько, птички. Что супер. Невероятно. Раньше покажем вам чуть позже. А тем временем мы в этом огромном городе, как вы уже заметили. Сегодня в планах поехать еще в строительный магазин. Анжелика здесь нам порекомендовала очень хороший строительный магазин, где она все покупала для стройки и где очень хорошие цены. Поэтому будем все снимать, рассказывать вам, показывать. В общем, запускаем серию роликов. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что интересно. Будем делиться информацией. Видишь, меня не пускают перейти дорогу. Представляете? Так, вот почта. Мебельный магазин, смотрите, видите? Но сегодня мы поедем в другой магазин. Мы вам покажем другой магаз. Вот. Вот такое вот получается у нас денек. Что такое лавандерия? Лавандерия – это стирка по-испански. Стираем, значит, постель, белье. Сейчас расскажем, сколько стоит килограмм стирки. И сколько по времени это будет занимать. То есть здесь сразу включена уже стирка, сушка. Все заберем уже готовое. Приветливая девушка. Смотрите, как круто мы разнообразили наши дни. Вот так выглядит лавандерия, видите, большие стиральные машинки, такие улыбчивые работники. Все они здесь делают и гладят. Очень круто. В общем, нужно ждать до завтра, поэтому сейчас оставляем все наши вещи, получаем номерочек и отправляемся дальше. Это супер красивая церковь. Орешки. Пиньяты. Смотри, какие классные пиньяты. Это такая латиноамериканская... Здесь чисто латиноамериканская тема. Пиньяты забиваются конфетами всякими разными. И дети потом так разбивают их и радуются всем этим конфеткам. Что в магазине женского белья работает мужчина. Вам что-нибудь подсказать? Такая работа у него прикольная. У нас такой роскоши нет в Кепосе. Поэтому девчонки зашли и сделают покупку. Салон красоты, видите, какой красивый. Я сижу. Очень круто. Вот такого размаха мы еще не встречали. У нас в Кепосе такого нет. Смотрите, какой классный. Кератин можно сделать. Нанопластику. Стрижка 4 мили. $8.
Поставьте лайк, если интересен новый контент, новый город. А то уже засиделись. Так хоть что-то новенькое. Смотрите, как классно. Сюрприз, мой любимый. Вау, классно, какая прелесть для палочки с чакрами. Вау. Спасибо тебе огромное, наша феечка. В форме лотоса, боже мой. Вау, очень красиво. Спасибо большое, нам так приятно. Во благо. Времечко обеда. Что-нибудь перекусим. Мы будем заниматься покраской. Цветочки здесь вот высадили красиво. Быстренько так обедаем. Супчик том-ям, пицца, лучок зеленый. Сейчас будем красить эту беседку. Сейчас подготовим ее к покраске, обработаем ацетоном. Погружаемся в процесс. Смотрим стройку изнутри. Да. Как это все делается. Делается это очень интересно. С любовью, с таким прекрасным настроем на природу. Кайф. Делаем насос, который будет качать воду для того, чтобы поливать цветы на участке. Чтобы нам не платить за воду костариканцам, мы будем из реки выкачивать воду. Но так как в реке очень много грязи, ила, мы делаем сетку, чтобы насос не сгорел, чтобы туда не попала грязь и чтобы все было хорошо. Я думаю, это очень полезная информация, заслуживает лайка. Спасибо, Серега. Так, ну а у нас река прямо здесь находится. Сегодня очень много листьев налетело, все-таки мы в горах. Вчера, кстати, тоже было нереально много листьев, и сегодня упало еще дополнительно. А дело в том, что вчера обнаружили, что вот этот ветродуй один, он сломанный, а он был всего один. Ну, в общем, что-то с ним случилось, и он не работает. В темпе вальса сегодня поехали за новым. И вот сейчас мы дойдем до речки. А, так вот я к чему. Что листвы капец как много. Пытались сегодня подметать. Но особо это не помогло. Поэтому вот этот ветродуй, он вообще супер классно спасет ситуацию. Завтра его заведем. Может быть сегодня. Посмотрим. Тоже всем интересно, как он там работает. Электрический взяли. А река вот здесь, смотрите. Одна из важных особенностей Коста-Рики, конечно же, то, что все живут на земле, то есть не в многоэтажных домах. Из деревьев очень часто сыпятся листья, и что для этого нужно? Нужен пылесос. Вот такой пылесос стоит 80 миль, то есть 80 тысяч колонос. Умножаем на 2, получаем цену в долларах. Хватает его на 40 минут без перерывной работы. Потом его нужно будет зарядить. Он на батарейках? На аккумулятор. Давай проверим действие. Давай. О, наконец-то. Подготавливается бассейн. Уже совсем скоро будет налита вода. Доделаются некоторые декорации. Конечно же, все почистится от листьев. Сейчас все еще в процессе стройки, но уже стройка подходит к концу. Буквально еще чуть-чуть, и уже будем украшать это прекрасное место. И, возможно, вы это увидите тоже, если поддержите лайком это видео. В одной передаче видела, что в них столько воды находится, что если их сжать, когда вот они уже готовенькие такие будут, красненькие уже, их сжимаешь, и с них столько много воды вытекает. Как губка, он впитывает настолько много воды. Такие красивые.
Но они такие плотненькие, да? Да, классные. Прямо они... Как будто бы из пластилина. Угу, да. Очень необычное ощущение, да, их трогать? Ой! Этот проект называется «Колибри». И сейчас он в процессе стройки. Вернее, он уже заканчивается. Тут вот последнее по электрике нужно сделать. Почистить его, потому что очень много листьев падает. Подготовить бассейны, запустить. Ну и такие небольшие дела по украшению. Украшению этого прекрасного места. То есть будет... Красивые и шатры, и тюль, и фонарики, и все-все-все. Это зона вот около речки. Вообще супер классная. Какая тебе сторона, Зай, больше нравится? Правая или левая? Мне вот здесь везде. Где кайф. Серега вот как раз делает насос. Вот тот самый. Так, вот насос сейчас установили, вы можете видеть, как он работает. А впереди там глубоко, там купаться можно. Здесь глина полезная. Ну, вообще такое классное, красивое местечко. Мы спустились показать вам именно это место. Вот он насос, и он идет в дом. Сейчас там все проверим. Так, ну что, посмотрели, как в воду положили этот насос? Смотрите, что в итоге получилось. Вода есть. Теперь осталось еще несколько движений. Наверное, какие-то шланги соединительные. И будет лейка. Супер. Вот шланг будет. В принципе, вообще кайф. Такой вот фигня. Можно справляться. А сколько метров у него получилось? От реки. Короче. А длиннее можно его сделать? Сейчас жаркий сезон, надо цветы поливать. Желательно каждый день реально. И даже деревушки вот такие тоже. Агрессивный поток. Ну это да, хотелось бы не такой, не такой сильный. Что делать? Ну вот такие большие деревья еще можно, как бы, а маленькие цветочки, это как бы. Серёж! Так, ну так вот, теперь лучше, нам кажется, да? Вот он удаленький, вот это. Для мягкости потока вот такой шланг нужно подсоединить еще дополнительно. Ну мы можем вот этот подсоединить. Через переходники. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, поэтому непонятно, что это. Может быть, оно маленькое еще совершенно? Да, это такое. Такое дерево. Вот здесь очень много всего того, что мы не знаем, видим впервые. Сегодня, кстати, мы тоже без дела не сидели. Вот смотрите, какие красивые ворота. И вот эти вот боковушки надо было покрасить. Вот мы их сегодня и красили. Красиво получилось, правда? Да, круто. Сзади стройка, в стройматериалы. Скоро должна приехать машина все убирать. Какая красотища у нас завершение дня. Веганский ужин, вегетарианский. Буррито, что-то подобное. Я говорю, интересный момент, что все забыли кондиционер. Тоже что-то веганское будем пробовать. Получается, если сюда не ставится, давайте тогда куда ставим? Куда ставим? Вот наш подарок. Да, давай. Тащи скорее, хватит есть. Это палочка из волшебного магазинчика.
Волшебно пахнет. Да. Опиум и транкил, как кажется. Супер. Супер! Сюрприз! Так. Вот всегда покупаешь, и она всегда, да, как говорится, пригождает. Боже просто. Моя, какая потрясающая. Просто невероятная. Это потрясающе смотрится. Просто невероятно. Прямо это такой классный подарочек. Супер. Полезный и со смыслом. Какой у нас сегодня вечер отдыха, после трудного, трудового, прекрасного дня. Который завершился еще лучше. И с каждым днем все лучше и лучше. Да, фруктики, свежий воздух, гречка. И вот такие у нас вечеринки. К нам заполз паук. Интересно, не умеет прыгать? Надеюсь, нет. Кто знает, что это за паук, напишите, он живой. В следующей серии мы познакомим вас с патроном, вождем Сан-Исидро, который тут многим управляет, заведует, помогает. И вообще он такой прекрасный человек, который помогал лично Анжелике. То есть это большая рекомендация и большая удача познакомиться с таким человеком, взять его контакты, а также познакомить вас с ним, наши любимые дорогие птички и будущие жители Коста-Рики. Увидимся в следующей серии. Всем пока!